4 октября 2017 года. Казань. Татнефть-арена. 11 утра. Ак-Барс готовится к матчу с Югрой. Местоположение в турнирной таблице конференции «Восток» у сегодняшнего соперника Ак-Барса незавидное. Однако смена тренера оживила коллектив. Ханты-мансийцы позавчера одолели не кого-нибудь, а Салават Юлаев, причем в Уфе. Другими словами, сегодня на льду Татнефть-арены будет интересно, как минимум. Предупрежден, значит вооружен. Это мы про команду Белединова, которая очевидно получила и изучила видео из Башкортостана. Если говорить о составе на сегодняшнюю игру, то изменения в нем есть. Два. Дисквалификация Михаила Глухова возвращает в состав Федора Малыхина, который, скорее всего, сыграет с Глинкиным и Поповым в нападении. Кстати, Глухова вряд ли кто-то может назвать грязным игроком на площадке. Хотя нападающий никогда не уходит от силовой борьбы. А тут раз — и на пару матчей освободили от работы. Заряжен был на силовой прием, поэтому пошел бить. И там, ну, конечно, тот игрок увернулся, и получилось так, что в колено попал. Естественно, не специально, как бы. Прежде всего, хочу извиниться перед командой, перед болельщиками, как бы, что подвел. Все, что. Хорошего отдыха тебе. Спасибо, лучше не нужны такие выходные, чтобы их не было. Одно изменение есть и в защитных порядках. Вместо Дамира Мусина в заявку будет включен финский парень Атте Охтама. Довольно много пропустил легионер из-за травмы, и теперь, судя по всему, рвется в бой. Наконец-то я выздоровел и готов играть, говорит Атте Охтама. Очень ждал этого момента, когда снова могу выходить на лед и работать вместе со всеми, вместе с командой. По поводу сегодняшнего матча, Охтама отметил, что соперник совсем непростой, и надо будет серьезно настроиться на работу. Ну и, конечно же, победить. Итак, сегодня Ак-Барс-Югра. Второй из пяти домашних матчей в октябре. Начало в 19:00 по казанскому времени. В Татнефть-арене. Айда на хоккей, ребята и девчата.